Короче, в стакан залили молока и киви, смесь наподобие киви. Смотри. Что-то он делает будет. А, кусочек киви реально. А, так он замораживает ее, представляешь? И, короче, вот эта штука не горячая, а холодная. Короче, как на сковородке, только все совсем наоборот. Молоко моментально охлаждается. Он все это, весь процесс измельчает до однородной массы. Вау, прикольно. Прикинь. Работа мастера боится. И сейчас будет. Круто, короче. Короче, все то же самое, как на сковородке, только готовят на холоде. О! Что-то еще разглаживает здесь, как блинчик. Ты смотри, как у него все отточено. Мастерски. Это все мне сейчас будет интересно? Да. Да? Да. Классно. А порекомендовал мне Саня. Саня приехал сюда на Пхукете, мы с ним встретились. Не виделись 8 лет, занимались вместе на батуте. И вот сейчас наконец допрыгнул до Пхукета. Что ты хотел сказать? Где, говорил, можно было еще увидеться. Да. В Москве же не встречается, времени нет просто. Ну, решили на Пхукете. Так, смотрим, что он там накрутил. Это все мне, короче. Супер. Ну, как вкусно, я уж не продемонстрирую, но я уверен, что очень будет вкусно. Арой, Мак-Мак? Арой? Yes, капон краб. Так, ладно, сейчас я продемонстрирую. Арой, Мак-Мак.